В Уфе определили 14 финалистов всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». В числе победителей 6 участников из Башкортостана, 4 из Свердловской области и по одному из Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей. 89 участников из 12 регионов России в течение 2 дней полуфинального этапа представляли свои проекты в сфере туризма и боролись за возможность получить гранты на их реализацию. По итогам конкурсанты получали обратную связь и экспертную оценку. В числе победителей из Башкортостана Ильдар Бекузин, Алексей Зайнулин, Анастасия Мисюля, Лейсан Сулейманова, Салават Ильясов, Марат Насхуддинов. Очень много проектов, которые представляют транспортную сферу и которая находится на стыке других сфер. И, конечно, важно данные проекты поддерживать комплексно. Многие ребята презентуют примерно схожие проекты, и тоже их важно объединять. В рамках этого полуфинала проекты гораздо сильнее, они более подготовлены. Видно, что ребята системно подходят к данному вопросу, и им интересно то, чем они занимаются. Как ранее сообщал глава региона Ради Хабиров, победитель полуфинального этапа, который реализует свой проект на территории Башкортостана, получит республиканский грант. Не более 20-25% вообще потенциала использует Россия. Если говорить о республике Башкортостан, то, конечно, уникальная природа, ее географическое расположение, горы, реки, озера, леса. Многие, наверное, слышали, что Башкирию сравнивают со Швейцарией. Но на наш взгляд, что потенциал абсолютно пока не раскрыт, и сейчас все впереди. Новые подходы к развитию внутреннего туризма, IT-платформы, развитие территорий через развитие туризма. Региональные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске и Ялте. В марте они пройдут в Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники встретятся в финале, который состоится в апреле в городе Москве.